Итак, всем привет. Сегодня немножко об улице Маскалас. Ее реконструкция подходит к завершению. Хотя еще, конечно, предстоит, как я понимаю, уложить еще один слой асфальта. Он не до конца проложен. То есть еще один финальный слой должен быть когда-то уложен. Ну а сейчас сделаны пешеходные дорожки, засыпаны искореженные участки земли, посажена травка. И вот видим, что уже вдоль дороги травка взошла и радует нас. Смотрите, какой замечательный цвет. Она в природе точно такая же. То есть улучшение налицо, все здорово, все красиво. LED-фонари слева. Ну, не все горят, правда, когда включают эту всю линейку, почему-то они горят хитро, как-то там один горит, второй не горит, но, надеюсь, это тоже все когда-то поправится, и вот мы видим, какой она была до реконструкции. Вот этот участок тоже приведен в порядок. В общем, на самом деле Маскалас стала значительно симпатичнее и ухоженнее, чем она была. Она была такой широкой-широкой улицей, но при этом одна полоса была полностью занята вот этими стоящими автомобилями, и при этом это никак не было обозначено, то есть регулярно случались аварии, которые происходили на этой улице, мялись эти машины, они, наверное, и в будущем будут эти аварии, но, по крайней мере, сейчас эти припаркованные машины не стоят на полосе прямо вот как обычно, у них специальный карман есть, они как будто бы на парковке. Но в остальном придраться не к чему, все замечательно. Северный район начинает все более становиться привлекательным для жизни. Когда-то в советские времена, помнится, люди не очень хотели жить в Северном, потому что это был индустриальный район. Теперь от индустриального района осталось одно название, и он все больше превращается действительно просто в спальный район. Ну и вот парк в Северном после реконструкции станет хорошей такой изюминкой в Северном районе, где можно будет и отдохнуть, и спортом заняться. Всем удачи, всем пока. Ну и, конечно, одна из новинок – это мойка, которая на Плаумане улице появилась. Она уже построена, вот видим, но еще не запущена. Там есть, по-моему, еще нет оборудования моечного. Ну и вот еще есть пустырь такой, который когда-то, наверное, до него руки дойдут. Всем пока.